Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть во Flatout 2. Так, давайте попробуем пройти новую гонку из третьего уже этапа. Тут нам обещают 2200 за первое место, давайте. Тоже три трассы. Блин, три трассы мало, хочется побольше. Чё так мало? Почему не 10? Ну ладно. Три так три. А чё, вся дорога асфальтовая, да? Это вообще, наверное, просто будет. По идее. Power hit. Ой, там просто мы его разнесли. Так, ладненько, ладненько, ладненько. Вау! По какому-то торговому центру нам предлагают проехать. Ну, в принципе, нормально. Ой, вот это вот, конечно, тяжелый поворот, но... Но мы в него, кстати, не худшим образом зашли. Так, здесь три круга. Что немаловажно помнить. Три круга. Так, ну это что-то, мне кажется, совсем будет легкая трасса, потому что асфальтовые дороги... Но здесь не заносит. Блин, почему тут нету встречек? Вот было бы круто, если бы еще тут встречка, всякие машины ездили. Ну ладно, я, конечно, понимаю, что Flatout, он не Need for Speed. О, господи, да, вот не все так просто. Потеряли мы тут сейчас часть преимущества, которое заработали. Ну ладно, часть это не все. И мы еще заработаем, так что все ништяк. Ну, смотрите, у нас точило просто 210 жмет просто... Круто, 220, о господи. Да, и эпичный удар. Эпичный удар, так. Все нормально, все нормально, все нормально. Блин, жаль, здесь не показываются нигде моей жизни. Сколько у меня осталось прочности, что ли, у машины, или как там. Ой, вот это вот тут сложный такой объезд, но мы так в него залетаем, знаете. На грани фола, как говорят. То есть еще чуть-чуть. Не, я больше туда не поеду, лучше по дороге. Рисковать настолько сильно, чтобы вот это вот там ради каких-то двух или одной даже секунды преимущества, не. И опять этот поворот, но в этот раз мы хотя бы не стукнулись. Но опять потеряли здесь просто почти все преимущество. Но почти все это не все. Хотя нет. Тот, кто нас догонял, он тоже куда-то впилился. Так что все нормально. Ну да, здесь победа безоговорочная. Даже особо неинтересная трасса. Я не... Да, я теперь понимаю, почему Веном заблокирован. Потому что, видимо, Веном настолько мощная машина, что на нем просто неинтересно реально было бы побеждать. Ну, то есть каждую трассу можно было бы просто так. Ой-ой-ой-ой, вот это эпик. Так, ничего, у нас нитро, мы его проапгрейдили. У нас теперь оно мощное, так что оно нас спасет. О, слушайте, до 205 уже, да. Нитро, вот, вот тут можно вот так срезать, вот так нормально. Все, это победа. Это победа безоговорочная, так что... Можно расслабиться. Ну да, в принципе, не такая скучная трасса. Что-то в ней есть, но... Могли бы и посложнее сделать. Ладно, отлично. Сейчас нам опять не дадут денег ни за что. Хотя нет, он 300 кредитов дали. И здесь ничего не дали. И здесь ничего не дали. Жаль. Ну ладно, будем побеждать, как говорится, по классике. Не разнося особо ничего. Так, едем дальше. Вторая гонка. Вижу тоже асфальт. Асфальт это всегда просто. Ну, не знаю, может она будет супер извилистая какая-нибудь. Ой, нас тут впечатали. И просто вот этот Джек Франк Маслов. Да ты чё, вообще что ли, камикадзе? О, а мы здесь уже ездили. До меня только сейчас доперло. Ну, давайте посмотрим, как входит в этот поворот. Ой, а мы неплохо, кстати, вошли. Мы там просто ваут отправили всех и взяли себе
Ну, кстати говоря, пока у нас вторая позиция, но это первая по факту. Да, вот, это первая. Так, а тут, насколько я помню, выгоднее ехать вот сюда. Или нет? Или да? Или дан? Так, ладно, 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 проносим. Ай, ну блин, я не думал. О, это эпик, это эпик. Бах. Просто зацепили чуть-чуть обочину. Точнее, да что ж такое-то, ну господи. Ну как так, шестую. Да, вот видите, асфальт не всегда просто. Ладно. Уйди. И ты уйди. Да ну что вы творите, ребята? Ну мы и так тут, я седьмой, ты восьмой. Ну господи, нам тут бодаться. Нам вообще нужно как бы помогать друг другу, чтобы вырваться в лидеры. Так, ну я по этой трассе уже ехал, так что этот поворот я помню. На тебе, чувачок. Так, третья позиция. Единственное, я особо не наблюдаю здесь лидеров, и нас пытаются еще и обойти. Да нет, ты нас тут не обойдешь. О, а вот и София Мартинес на горизонте-то появилась. Замечательно, что она там появилась на этом горизонте. А я рано вошел в поворот. Вот, вот, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Ахахахаха. Все надо мной поржали. Просто эпично, как я нубанулся. Так, давайте попробуем залететь в паркинг зону. Хотя нет, паркинг лучше объехать, а залетать вот в этот ангар. Так. Тут кто-то... Вот тут вот сейчас... О, у нас вторая позиция, и я вижу лидера. Незаметно... Ой, что это? Слушайте, тут код да Винчи какой-то у меня на экране реально жесткий. Блин! Блин! Я ничего не вижу! Не знаю, как это попадет на запись, но... А-а-а! Я какой вообще? Ничего, не все записи пропали. А, вы это видите, ребята? А, жесть! Жесть! Как? Это надо, наверное, флотаут перезапускать. Ну ладно, ладно. А какой это круг? Это второй или третий? Ай, нет, еще целый круг. Слушайте, ну давайте так проедем. О, хотя вот он закончился вроде бы, код да Винчи. Хотя нет, записи-то не появились. Я ничего нереально не вижу. Жесть! Вот такого у меня еще не было с флотаутом, чтоб он так заглючил. Реально не было. У кого-нибудь было, пишите в комментах. Я не знаю, я посмотрю обязательно, как это на записи. Но у меня сейчас на экране просто он мерцает всеми цветами радуги. Тут всякие полосы, всякие... Ой, господи. Я даже не знаю, как это назвать, короче. То, что у меня сейчас тут творится, но это жестко. А-а-а! Всякие тут текстуры, какие-то... Цифры, буквы возникают непонятно откуда, непонятно зачем. И реально плохо видно дорогу, и не видно, какой ты едешь, и как бы... А, ну это, кстати, заставляет ехать получше, чем ты едешь обычно. Потому что тебе-то не видно, насколько ты... Карты тоже нету. Ты не видишь, догоняют тебя или не догоняют, то есть... Ну, мне кажется, у меня такое ощущение, что я еду первый. Но это только у меня такое ощущение... Так, все, мы приехали, окей, 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 все. Так, что нажать-то, интер? О, господи, все, сейчас, по идее, оно должно нормально стать, или нет? Я надеюсь, он вообще не вылетит. Черный экран. Короче, ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Вот такой вот он получился непонятный. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал.